Нет. Откуда знаешь? Потому что знаю, когда он в Украину приехал, ему такую прическу сделали. Вот этот монтаж, Кас. Кто сделал? Кто ему сделал такую? Подожди, братишка. Кто ему сделал такую? Ты... Как ты думаешь, вот он бы согласился бы на такую прическу? Это ему эта вот украинская, которая с такой прической ходила, она ему заплела. Что мне делать? О чем ты говоришь? Слушай, о чем ты говоришь? Ты что, в сказке? Если не хотите ругаться, если не хотите ругаться, подождите, братишка, просто в натуре это все монтаж, ты сам подумай, короче, мы же не дети. Хочешь тебе? Я сейчас тоже такое намонтажирую, короче. Хочешь тебе тоже такие косички сделаем? Тебе подойдут они. Да слышишь, ебальник, забей, блядь. Ты бильщик. Нет, я тебе серьезно говорю, давай заплетем. Давай заплетем. Ебальник у твоей сестры. Будешь знать, заходить в армянскую эфиру и говорить ебальник. Теперь все будем заплетать такие косички, азербайджанцы. Обращайтесь, я умею это делать. Буду плести вам и песни петь. Хорошо, я люблю.